Всем привет! И как обещали, сегодня мы на Качанге поехали в другую сторону до конца. Мы уже полпути проехали, я не стала снимать. Дороги пока нормальные. Вот сейчас начнется самое интересное. Здесь что-то даже подремонтировали, по-моему, снега сделали. Пока все едут и на машинах, и на скутерах. Асфальт, конечно, уже ломается, трескается, вымывает вот ямы такие. Любое захолустье, любые джунгли, смотришь, все равно кто-то живет. Вот так вот дорога сейчас ходит. Вот так вот вымывает, дождями ломается уже асфальт. Скоро, наверное, здесь ничего не останется. Тоже ремонтируют, как останется. Но все равно машины еще ездят. Да и, наверное, так и будут ездить, потому что в самом конце есть даже отель. Здесь вот новый бетон уже положили, его не было, когда мы ездили в прошлый раз. Год назад, наверное, это было. Больше, 2 года назад. Ой, такое место красивое. Да, точно, положили только что. А может быть, вообще всю дорогу положили? Может. И нам не придется ехать по камням еле-еле. Возможно, даже и такое. Да, дорогу везде положили. Поэтому и доехали быстро. Но все-таки доедем до конца, как обещали. Покажем, что в самом конце. Быстро они за год, и вся дорога готова. Здесь были просто камни. Причем такие огромные булыжники. Еле проезжали. Я так понимаю, на асфальте указаны цифры, сколько осталось до конца, что ли? Сейчас доедем. Вот налево это. Да, там этот ресторан. Ой, вот там домики на чем-то. Нет. Да? Да? Что ж тогда там в конце? А здесь мы не проехались, кусты были. Что было, кусты? Кусты вроде, да. Вот справа вот стоянка, а прямо кусты. А, ну и все правильно. А, ну вот и все, вот она дорога закончилась. Там мы не смогли проехать, там кусты. Здесь пляжик, до сюда мы доехали. Вот, в общем-то, и все. Конец острова. С той, с другой стороны мы вам показали.
Вот мы приехали, завернули на пляж Long Beach. Такое вот здесь местечко. Решили все-таки искупаться. Сюда многие едут. Даже несмотря на то, что далеко. Даже в том году, когда дороги не было, и то было много людей. Это тоже самая южная точка, только с другой стороны. Да? Вот. Посмотрим, сейчас много народу, нет, но все равно искупаться уже охота. Марк уже хочет искупаться, да, Марк? Уже устал ехать. Здесь генераторы везде работают, естественно. Света-то нет основного. Также есть ресторан, все дела. О, вот здесь. Поднимите там, иди. Возьми это, Марк, баночку. Это. Да, потом Coca-Cola. Посмотрим сначала. А что там? Вот такой вот пляж. Вода была далеко в прошлом. Да. Сейчас поднялась вода немножко. Ну вот и все, ребята. Спасибо, что смотрите мой канал. Подписывайтесь, ставьте пальчики вверх, и вы увидите того, чего не увидите у других. Мы заедем и проедем туда, куда другие даже не подумают. Пока-пока!